Что важнее, теги при загрузке видео или текст в описании ролика с точки зрения попадания видео в результаты поиска YouTube и Google? Все важно. Там не бывает такого, что это не важно. Вот, вот у нас есть такая рекомендация, да? То есть все всегда можно улучшить. Вот даже любой ролик можно улучшить, потому что всегда есть некий тег, некое там есть 5000 символов описания, там вот есть на обложке, там есть на этом вот. Это нельзя сказать, что вот это делайте, это не делайте. То есть должно быть все хорошо. На канале должно быть все хорошо. Если у вас, грубо говоря, 100 роликов хороших, а 2 ни о чем, то канал сам по себе ни о чем. Ну, может быть, да? Ну, чтобы было понятно.